За защиту стало еще спокойнее. Тюменский хоккейный клуб «Рубин» продолжает укреплять состав. Уже третий новичок появился в линии обороны. Его подписание опять подтвердило скрупулезный подход менеджмента команды. Ведь в сибирском клубе не гонятся за именами, а ищут нужных игроков на важные позиции. Этой весной «Рубин» исключительно из-за лимита покинул Александр Родионов. Защитник неброский, но очень полезный. Типичный домосед. Голами и очками отмечается не так часто, зато черновой работы выполняет вагон. Трибуна-то не так видно, а вот тренерами ценится. Поэтому после подписания мощных Игоря Мерешко и Никиты Жульдикова, которые будут в прямом и переносном смысле слова заметны и у чужих ворот, и у своих, руководство клуба взялось за поиск теневого полезного трудяги. И он был найден. Клуб подписал защитника Дмитрия Акишина. Да, на самом деле, размышлял недолго. Как только появился вариант с Тюменью, я особо даже не думал, сразу согласился. Потому что хороший клуб, хорошими традициями, всегда сильный коллектив собирается, очень сильный тренер, который сезон остается, пустяк команды остался. Воспитаннику челябинского хоккея 28 лет. Игрок уже очень опытный, но под лимит еще не попадает. Минувший сезон он провел в чемпионате ВХЛ в новокузнецком «Металлурге». За 51 матч Акишин набрал 9 очков, но это не главное. Смотреть нужно на показатель полезности, а он был лучшим среди оборонцев команды. Иметь плюс 18 в дружине, не вышедшей в плей-офф, очень и очень здорово. Для сравнения, в рядах выигравшего конференцию «Рубина» лишь у Дмитрия Лютова плюс-минус был лучше – плюс 19. Остальные не добрались и до плюс 10. Именно надежная игра у своих ворот – козырь защитника домоседа. Плюс хороший первый пас, позволяющий на скорости выйти из обороны в атаку. Фанаты «Рубина» такое точно оценят. Хорошие традиции в Тюмени и с болельщиками связаны. Ходит всегда много болельщиков. Если там, допустим, в некоторых городах собирается 100 тысяч, а в Тюмени такое… Ни разу, мне кажется, не случалось. Ходят, всегда болеют, переживают. Это тоже приятно. Даже когда приезжаешь играть против Тюмени, все равно приятно. У Дмитрия есть опыт матчей в КХЛ за столичное «Динамо» и новокузнецкий клуб. В 2015 году в составе студенческой сборной России он выиграл Всемирную универсиаду. В ВХЛ Акишин выступал также за балашихинское «Динамо», «Спутник» из Нижнего Тагила, красноярский «Сокол», «Дизель» из Пензы, «Торпедо» из Усть-Каменогорска и «Тамбов». Всего в лиге у него 355 матчей. Такого опытного мастера из тонуса не выбила даже ситуация с коронавирусом. Развлекательный центр закрыт, кино закрыто, рестораны закрыты, времени больше, так что, в принципе, на тренировки времени полно удается. И дома потренироваться, и на улице, и в парке у нас, в Челябинске. Есть тренажеры уличные, где можно позаниматься. Сейчас уже и стадион можно открыть, ледовое, надеюсь, надо будет смотреть, уже и на лед видом. Акишин стал уже шестым по ходу межсезонья новичком «Рубина». С ним, а также с Лютовым и Георгием Бердюковым, с Мерешкой Жульдиковым, с Александром Федотовым и Егором Кунгурцевым, с молодыми Александром Ильиным и Антоном Цыбиным на защитную линию команды просто приятно смотреть. А ведь еще не вечер в плане трансферной работы.